шлюхи вылезли красивые и аккуратные дети, блядь. Шурикен, блядь, налей на глаз. Шлюха. Та-ра-ра-рам. Да, держи тебе подарок. Что это за отгрызок? Современный дизайн. Йоу, парни, всем привет, с вами Дава. И сегодня у нас на обзорчике украинский кальян под названием Эмбери. У меня уже много было видосов про эту компанию, много обзоров их продукции. И скажу так, что ребята делают прикольные вещи, но для меня немного необычные. Снимаем мы все это в городе Тверь, в кальянной в Облаке, по адресу проспект Чайковского, 7. Вся подробная информация об этом заведении, конечно же, в описании. И, собственно, у меня есть вот такая карабанька, которая изрядно потрепалась в дороге между Украиной и Москвой, как шлюха, которая стоит на той же самой трассе, да, собственно, вот так вот открывается враспашку, ноги вот так раздвигаются, и вуаля. Что мы внутри видим? Внутри мы видим очень много коробочек, и мы сейчас попробуем все это потихонечку открыть. Так, собственно, есть самая главная коробка, как я понял, это кальян Моно. Скажу сразу, по цене за более-менее нормальную, не люксовую версию всего 6 тысяч рублей. Но это за шахту. Образно 6 тысяч рублей. $99. Да, ну 7 тысяч рублей. За полную комплектацию это примерно 150. Это примерно 10 тысяч рублей. Да, десяточка за полный комплект кальяна Эмбери, который реально делает крутые вещи. Есть вот такая вот коробочка. Есть вот такая. Вот, бля, слава богу, чуть эту чашку не разбил. У меня здесь чашка с клаудом, с углями стоит. Так, есть вот такая. Знаете, на что это похоже? Это когда с шлюхи разорванной вылезли красивые и аккуратные дети, блядь. А есть мундштук, очень тяжеленький. И есть, собственно, шланг Soft Touch. И есть колба. Так, давайте мы сразу откроем колбу. Ну, колба, ненавижу стрейч. Вот колба у нас темненькая, ну, такая, прикольная форма, кстати, немного нестандарт. Так, нихуя не видно, я понимаю, я все понял, что ничего не видно. Вот такая вот колба, с одной стороны она охуительная, потому что вот здесь диаметр очень крутой. Давай-ка, налей на глаз, без шахты, там уже придумаем, что будем делать. Так, да, вот такие вот карабаньки. Так, где-то еще одна карабанька была, которая упала. А, вот. Есть шланг, все, есть коробка шлюха и больше ничего нет. Давайте, собственно, разбираться. Давайте начнем с большой коробки, со старшей дочери, которая в скором времени тоже будет потрепанная. Та-ра-ра-ра. Там. Угу, очень круто. На самом деле, минималистично. Кстати, все герметично запечатано, так что вы сразу поймете, юзали до вас кальян или нет. Так, да, у нас есть, собственно, пищевая нержавеющая сталь, плюс, собственно, алюминиевая декорация, и выглядит она прикольно. Ребят, я в ахуе, как будто на 3D принтере напечатанная. Очень бодро смотрится. Смотрите. Вот так вот, да, бодрячком. Так, идем дальше. Обожаю делать анбоксинги. Вот так вот. Так, это у нас, собственно, основание, плюс нижняя погружная шахта, тоже сделана из нержавеющей стали. И, собственно, основание со скрытым клапаном. Как она продувается, я еще не вдуплил. А, все, вдуплил, как она продувается вниз, то есть снизу вот так. Вот я вижу здесь щелку. И, собственно, она должна, по идее, раскручиваться, но она у меня раскручиваться не хочет. Но здесь, короче, три клапана, три шарика, которые, как заявляет производитель, никогда в жизни, братан, у тебя ничего не залипнет. Ешь сколько хочешь сладкого, жопа у тебя не слипнется. То же самое и здесь. А вот про, собственно, вот эту часть тоже интересно. Как заявляет производитель, это сделано из пищевого пластика. Вот обычно все юзают полицеталь, а-ля инженерный пластик, но почему-то я никогда не слышал, что кто-то юзал пищевой пластик. Походу из боксов одноразовых захуярили, переплавили боксы одноразовые и захуярили. Так, сразу в комплекте идут все резиночки.
Так, у нас есть коннектор под шланг, и он сделан по новой какой-то технологии, которая идет, собственно, без резиночек. И вот так вот швифт называется вроде. Вот так вот, собственно, одевается и не выскальзывает, и без использования магнитов, и не нарушая патент Дениса Мэтпира. Да? Так, давайте смотреть, что у нас есть далее в коробке нашей. Есть коннектор под чашку. Вау! Одноразовые мундштуки Эмбери. Прикольно. Прикольно, да? Согласись. Да. Держи тебе подарок. А это... Ребят, без обид, это что за божий бой? Прошу прощения. Что за ублюдский выродок, хотел сказать. Что это, блядь? Что это за отгрызок, блядь? Это типа так модно, да? Шурикен, блядь, какой. Давай кину, воткнется в живот, нет? Может, это японофоб принести? На мусор становить. Ребят, на самом деле это современный дизайн. Вы просто нихуя не шарите, блядь. Это современный дизайн. Ну, она прям вообще реально несимметричная блюдце. Что это, блядь, такое, Эмбери? Это, ну... Ну, хуй его знает. Ну ладно, пускай будет. Давайте, собственно, собирать. Я думаю, здесь ничего сложного у нас не будет. Кстати, накладка пиздатая, охуительная. Нет, что-то не то. Да, вот так правильно будет. Так. Так, ну в пазы вроде все попало. Так, ставим наше... Ублюдское блюдце. Давно я не применял такое слово, как блюдце-ублюдце. Вот тут-то прям реально. То, что я раньше называл блюдцами-ублюдцами, ребят, забудьте, прошу прощения, мы нашли нового фаворита. Так, да? Ну, вот так вот. Красиво? Красиво? Ладно. Так, да? Колбочку, пожалуйста, нам. Да, я думаю, ты красава. Да, ты прям красава. Ну-ка. Да, ну нахуй, у тебя божий глаз, блин. Окей, да, собственно, давайте мы его вот так аккуратно поставим. Сейчас соберем и покажу вам в полный рост его. Так, сразу бросаем нашу чашечку. К сожалению, мы не забили на родных чашках, потому что мы их сейчас будем смотреть, да. Так, поставили. Мундштук. Что касается мундштука, это то же самое, накладочка декоративная, покрытая охуительной краской, которой, в принципе, все похуй. Очень удобный, очень длинный, с очень хорошим сечением, я вам скажу так. Шланг Soft Touch. Кстати, здесь Soft Touch отличается от тех Soft Touch, которые я пробовал. Да, здесь он какой-то прям приятный, широкий шланг хорошего размера. Так... Давайте взорванем наш моно от компании Эмбери. Продувается прикольно, я думаю, в кадре видно. Сейчас, смотрите, продемонстрирую. Круто, сейчас еще раз захуярю. Божественно продувается. Курица ничем не хуже, чем продувается. Тяга средняя, с хорошим сопротивлением. А косяков каких-то внешних в нем вообще нет. То есть идеальный хороший кальян на Украине. Да. Давайте посмотрим наши маленькие коробочки. Сейчас мы так все подвинем. Как я понял, это чашки от компании Эмбери, которые тоже стоят отдельных денег. Есть вот такая вот чашечка. Очень тяжелая, хорошая, из белой глины. Есть вот такая вот чашечка. Тоже, но уже здесь более такая, типа... каменистая порода, поняли? Типа лавинистая. Лавинистая порода, пацаны.
И вот, собственно, ихняя гордость. Ребят, это дизайнеровская чашка, расписана вручную в виде стебельков бамбука белого цвета. И внутри она не глазурированная, а-ля, собственно, материал, чтобы вы понимали, а-ля апгрейд. Вот это прям вообще пиздейшая чашка, она очень крутая, я ее ставлю в коллекции. В коллекции у меня чуть больше, наверное, 400-500 на данный момент чашек. Скажу так, давайте отбросим сейчас чашечки и поговорим про кальян. Кальян вот такой вот комплектации, да, вот именно вот полная комплектация нормального готового кальяна стоит в районе десятки не за палку, а за какую-то дизайнеровскую идею и мысль. И это очень круто. Скрытые клапаны очень интересно смотрятся, очень интересно продуваются. Очень гармоничная колба. Прикольно, здорово, весело, задорно, блядь. Но блюдце, блядь, это блюдце, это пиздец. Я так гостям вынесу, они скажут, что ебать кусок металла приделал. Блюдце пацан потерял, что ли? Я понял, нужно пойти на вебинар и мастер-классы. Ты потерял свое блюдце, братан. Мы поможем тебе его найти. Поэтому вот так. Давайте, собственно, попробуем подвести итоги. Курица, кстати, здорово. Этот чашка и табак. Курица здорово. Тяга как у Старбаза. Реально старбазовская тяга, только так сильно не шумит. Здорово. Эмбери молодцы. У меня уже это по счету будет 4-й кальян Эмбери. И вот он мне больше всего понравился. Он-то какой-то минималистичный, интересный, хороший. Да и стоит нормальных денег в районе десятки, да, если на рубли. То есть вот этот комплект, который у меня сейчас здесь есть, это стоит $150. Ну, я примерно считаю, как 10 тысяч рублей, ну, плюс-минус, да, там. Плюс еще магазины как бы накинут свою маржу, может, ну, 12 тысяч. И вот за него вот реально не стрёмно отдавать 12 тысяч. Хороший, черный, красивый кальян, плюс колба тоже прикольная. Но прошлые модели Эмбери, они стоили невъебически больших денег, и они не вызывали такого восторга, как вызывает вот этот кальян, который мы вытащили из коробки шлюхи, да? Поэтому, парни, всем пока, это был Дава Дым, это кальянная в облаке, город Тверь. Находится она по адресу проспект Чайковского, 7, это кальяны Эмбери. И, собственно, пиши комментарии, что ты думаешь вообще про украинскую кальянную культуру, про ее строение и как, собственно, там все потихонечку проходит. Так что всем поки-чпоки, пока-пока.